Спасти Ральфа. И хлопай. Вот так? Блестяще. О, совсем как в кино. Ладно, итак, меня зовут Ральф. И я кролик, как видите. Я слеп на правый глаз, и этим ухом не слышу ничего, кроме звона. Раздражающе, не правда ли? Да. Мне сбрили шерсть, у меня химические ожоги по всей спине. Немного неприятно. Но все не так плохо. По-настоящему больно только, когда я шевелюсь или дышу, или еще что-нибудь делаю. Ай, да, вот как сейчас. Но в конце-то концов, невелика беда, мы ведь делаем это ради людей. Они намного превосходят нас, животных. Они даже в космос летали. Вы видели кроликов в космических кораблях? Ага, тут и оно. Я к тому, что я не космонавт. Я испытатель. Мой папа был испытателем, моя мама, мои братья, мои сестры, мои дети — все испытатели, и они все умерли на работе. И меня ждет то же самое. Но ничего. Мы рождены для испытаний. Для кроликов это счастье. Да. О, пора на работу. Я знаю, выглядит скверно, но я так считаю, я выполняю свою работу. Если хотя бы один человек поверит, что это сделало безопаснее их помаду или дезодорант, или... Эй, Ральфи! Пс, Ральфи! Откуда съемочная группа, бро? А, они просто ходят за мной, снимают какую-то документалку. Попроси их вытащить нас отсюда. Да, да, спасите нас, пожалуйста. Ну уже, Ральф, просто попроси их, я не хочу тут умирать. Ладно, я вас услышал. Вы можете вырезать это, да? О, начинается. Не трогайте его, Ральфи! Ай-яй-яй-яй! Итак, в заключение хочу сказать, что... Извини, Ральф. Мы здесь. Можешь обернуться? О, извините. Нормально. Так, лучше? Да. Да. Продолжай, друг. Хорошо. В общем, да, я просто хочу обратиться ко всем, кто до сих пор покупает испытанную на животных косметику. Подводку для глаз, шампуни, крем от солнца, да практически все в вашей ванной. Без вас и без стран, допускающих испытания на животных, я остался бы без работы и оказался бы на улице. Ну, не на улице, скорее всего, все-таки в поле. Ну, знаете, как обычный кролик. Но, эй. Все хорошо. Животные не должны страдать и умирать во имя красоты.